готов. Сейчас нужно. Все. Опачки. Блять. Ну ладно. Все. Сука. Все. Да-да. Я тебе лучше не встать, Лерка, не буду пойти спать. Мы сейчас все спать уже идем. Да я вижу. Прям вот тебе вставать за эту тупицу. Вот всем вставать. Нет, мне обид побывает. Вот она известность. Просто, блядь, вчера стример отпиздил и жену, блядь, в прямом эфире. Точно шпилок пришла в голову сиськи. Иди спать. Еще 5 минуточек. Можно я пойду к Мишке водочки попить? А мы сегодня эту тему с ним уже обсуждали. Я говорю, давай, мы будем стрим запускать. И ты будешь там какое-то время заходить, там клавиатуру вырывать, пиздить меня, раньше буду, блядь, дом жрать, нехуй ты сидишь в игры играешь. Так и есть, блядь. Только правда и ничего, кроме правды. Стрим скинь. С той семейкой охуенной. Не, ну нужны же скандалы, правильно? А, нет. Я вот подумываю доту скачать. Нахуй. Я сегодня его варшип себе установил, его этот... World of Tanks. Сашенька, просто представь, насколько ты хорошо играешь в ходс, и теперь представь, что в доте надо делать раз в 10 больше. Ну да. Какая разница, я так подсчитал. Я буду собирать методику фриков. Я буду орать, визжать. Людям же по пиздик я играю. Так, сейчас, секунду. Одну секунду. Нет, есть все. Разница. Когда этот, ты хуяришь и при этом пиздишь все ногу, блядь, и уебаны. Зато у тебя скилл охуенно, а как ты не играть не умеешь, пиздишь, привет. Я считаю, что людям нужно шоу. В первую очередь. Что ты после Феликса понял? Феликс это провальное шоу. Твое унылое ебало, это провальное шоу. Ну а что я буду, с кем я буду пиздить, если нет никого? Со зрителями. Так нет никого, я сам себя сидел смотрел, блядь, час. Зато на ютубе уже 20 просмотров и 2 лайка. Ну правда, один из них мой. А второй мой. Ну тем не менее. Значит 3. Да. Так что да ладно. Фу, сука. Ебать, победки, слышь, нужны. На потасовку идем? А чё там? Пойдем, конечно. Где? Серьезный город. А, блядь, это просто линию продавить, угу. Да? Вообще охуенно. Теперь ещё было бы здорово, если бы меня посадили хотя бы вкратце. Короче, одна линия, мы просто без остановки пиздимся 5 на 5. Ну это типа как мид, там топ, хуёп. Сейчас будет 3 персонажа на выбор, блядь, ты не торопись. Я буду. Бля, дайте мне Сильвану, блядь. Все мозги высосу, блядь. Нет, трава. Люди жлобы, на скотч не могут подкинуть пятачок. Я сегодня сестре кидал ссылку на донат, она мне фак прислала. Вот так вот ты отказываешься от родственников, блядь. Я бы сейчас вот подумал периодически это придушить, пойти слово, блядь. А он тоже не скинь ему, пускай донатит. Да, блядь.
Он только вон, блядь, макароны мои нахуй хуярит, жрет, блядь, пока я на работе. Я так и не разобрался, как подключить эту говорилку. Ну, типа там, до 15 рублей, грубо говоря, там просто текст выходит на экран, да? А больше 15 рублей сообщение этот Google робот читает. Я ничего не делаю. Ты все, Сильвана просил? Ебать. А что, тебе что ли выпало? Блядь, а я не знаю, у меня просто тут все охуенно. А у меня нет. Я хуй знаю, что мне выбирать. Я и Генсу могу, и Сильвана могу, бери... и Фалу. Блядь, ты бери Фалстада, наверное, слушай. Блядь, а я не знаю. Валира. А у нас танка не знаю. Или Трейсер. Ну, блядь, Саня танк, это будет... Я танк? Нихуя. Ты уже хуй знает, кто сейчас будет. Почему? Я же нажал на гномик. Кстати, я вроде выбирал хроми, а мне почему-то дали дизел. А еще говорят, у меня трейсер, как у меня язык запрещается. Причем со скином, по-моему, которого у меня нет. Но мы проебем, мне не хэш нравится наш. О, нихуя у тебя там. Подожди меня. Гоу ниндзя, гоу ниндзя, гоу, гоу ниндзя, гоу ниндзя, гоу ниндзя, один. Нельзя медлить. Блин, ну трейсер сейчас от, блять, боль нахуй для меня будет. На у них, блять. Первая кровь, блин, как ветер. Чудесно. Как смело. Нормально. Там бахнуться здесь можно? Хуй нельзя. Хилки наверху пошли. И сзади можно нашу землю. Начилиться. Вот я, кстати, здесь актуально этот взять на четвертом хилке. Да я знаю, блядь. Я так-то, когда хила нет, всегда играю. Да ну такое себе. Ну такое себе. Противник убит. Бля, мужчик с подкупом, ну хуй её знает такое все. Бессмертное создание. Надежда жива. Ой, блядь! Ёб твою мать, что я делаю? Не знаю. Как мы тут что-то путаем, пиздец? Просто вообще не хилят эти сферы. Сейчас хук будет. Сами назад. Сука.
Ангелы улыбаются тебе. Ну! Чё, зассал, что ли? Там... Как ты? А ты, блядь, у второго не ты убил? Я Мишку убил. Сила. Призови ее. Блять, он продление что ли взял? Да, пиздец, он, короче, турельки все разбивает. Потому что он их проспавил, что он был. Доступны новые таланты. Сломаю, предать. Твой дух силен, смертное существо. Двойное убийство. Сверху, сверху. Угу, поймал, блядь. Бля, крипов со сферами вообще нельзя проебывать. С них хоть более-менее можно отхилиться. Восхитительно. Стань сильнее прежнего, герой. Нет, а там снизу он стоит. Вот тут в уголку вот. С этим героем нужно разобраться. Твой дух силен, смертное существо. А что она там делала, я не помню. Убивала. Как смело. Талант. Твоя воля непоколебима. Бля, ну с этих сфер, конечно, что-то прям... Бля, я не вижу, где тут этот пидор стелсы ходит. Вот, прям передо мной. Вот здесь все зашел. Да ты кинь сюркены, блин. Ну, ладно. Противник убит. Двойное убийство. Отличный пил. Ангелы улыбаются тебе. Надо ломать, либо лагерь их набирать. Ну это же, блядь, сходку, там хуйло. Они собрали. Как скажешь. Сожрал меня. Восхитительно. Да ёбаный. Здесь с этим проблемы, Санёк. Я уже понял. Умрёшь, тогда полечишься. Ну, я так и лечусь, походу. Ну, с чем ты за первый пока что-то видел? Чё ты там первый? А, нет. Не обожаю, зератул. Я что-то не понимаю, нет. А-а-а. Первый с конца?
Я исключительно так оцениваю. Ой, Саня. Сожрали. Великая сила. Похилился? Доступны новые таланты. Бля, я вообще думаю, рикошет. Пиздец, ни фронта, ни хуя нет. Неудачно у нас персонаж посеялись. Блядь. Как он будет так? Ничего, если я тебя прерву. Не время медлить. Я тебя с землей сравняю. Закрепим успех. Любой ценой. Восхитительно. Доступны новые. Сзади. Передо мной стоял. Блять, никак мы эту стенку ебучую сломать не можем. А это он кому? Заратову. А чё он там? Ну, блять, он же поставил купол. Охуенно. Сразу у нас вообще парень классный. Ну, можно. Ща. Как смело. Жрать кого-то. Меня. Твоё убийство. Тройное убийство. Пидор, ёбан. Я, блядь, никого не стал убил. Да, кого? Жирного. Жирного я убил. Там четко нарисовано, кто кого убил. Пиздеж. Я сам убил. Сашка танчит у нас. Блядь. Может, это ворота не я сломался? Ворота твои, Саня. Я, блядь. Сам бог. Блин. Восхитительно. Хорош.
оно того стоило, да? Серия убийств. Небо ждет! Твоя серия убийств прервана. Как этот разладец зовут тут? Как у кого? Который вот жрет все время. Стежок. Сука. Пудж! Кудге. Какой самый лучший герой в доке, блядь? Зайдет такой игрок. Зайдет такой игрок. Ну, блядь, это вот помнишь про самый лучший файлообменник? Ну, я понял, да, что с этим. Да, есть там два долбоеба, которые про Пуджа также пиздят. Я уж, блядь, не знаю, что это. Блядь, пизда. Хорош. Блядь, дай бог тебе здоровья. И сам волновый. Мне кажется, он против нас не вошел. Угу. Такой конченый. Кому пизда? Смертное создание. Надежда жить. Нужно спланировать. Я самый здоровый буду. Чё ты? Я говорю, самый здоровый буду. А если зайдет, не влезет. О, привет всем. Здорово. Кто-нибудь там Хамшу играет умеет? Кто-то давно. Не, просто хотелось бы спросить, собственно, а какие тонкости танкования хранится? Чтобы знать, где. То есть у меня для улучшения навыков танкования есть. Тань, когда крутится, садись, а вот вот. Вовремя отводишь на бомбу и все. Все секреты. Сидеть в центре, отводить на бомбу, когда у нее появляется невъяз. Ну, лежать в центре. А на бомбу можно взорвать только кручением и это, если будет рядом без у неактивированной бомбы. Нет, она активирована, она может взорвать, если крутанется по ней. Твой дух силен, смертное существо. Саня, трубку разбей. Блин. Которые активные бомбы, ты можешь сам взорвать. А большой радиус бомбы, чтобы взрывом и выбить струи? Нормально. То есть метров 15 где-то? Ну, наверное, больше аура саппорта. Враг атакует цитадель. Просто чтобы знать, сколько там подводиться. Ну, повзрывай, на трени присматривайся. Радиус одинаковый сейчас. Интересно, какую дополнительную предмет экипировки лучше одевать? Пушка-то понятно, что вроде либо на сильную. Защита от сильных ударов просит больше, наверное, а не блокинг. Но блоки они больше для ПВП. Ну да, потому что много урона туннельного в PvP, который медленно, но неумолимо отъедает ХП. А блокирование, ну, процент вероятности 1%. Восхитительно. Твоя воля непоколебима. Двойное убийство. Я за это проигрываю. Я никогда не показывал. Мы нанесем ответный удар. Там Ходси. Где в хуй? Ходси. Лучший игрок. Хирса за штамм? Угу. А каким героями?
гному. Эпический гном, девочка и кем ты был там, и ниндзя. Ой, Мишенька, скоро круглая дата. Да-да-да-да-да-да. Долго тебе? А, там хуже уровня. Саня? Саня долго. Реду. Чего я? Долбоёб. Даже не готов. Заебись. Эпический облик, редкий облик. Да ты заебал. Чё, блин, я не понимаю, что это нахуя мне делать? Куда мне это деть? Там оно само все денется, ты готов, сжимай и пошли. Мне кажется, чем больше уровня, тем худее награды. Ну, не знаю, где. Сашу как, блядь, не послушаешь. Я, эпические и редкие образы могу впарить кому-нибудь? Нет. User left your channel. Слышь, Денчик? Саня, он, ты пока... Я видел. Андрю, заебись, да, ГМ, блядь, бабки, блядь. За консультацию, да? А, кстати, в этом же было, блядь, в Пантоне, Атас. У них прайс-лист был. И там, правда, все в кредитах насчет Пантона, но там прям была консультация по классам. И ценники, да, все ценники развешены. Если ты находишься в Пантеоне, то тебе дешевле скидка идет. И самое интересное, там у них были пункты вступить в Пантеон на час, на один день. Такое. Михаил, я придумал, как бабла поднять. Как? Надо консультации платные давать. Да, да. Бабки-то вперед же все равно, правильно? А ну пиздить можно. Они ж не знают, с кем долбоёбом связались. О, у меня Траутс, ГВП. У меня Рагнарос, Ригар и Моралес. Моралес сразу нет. Бери Рагнароса, короче. Опять мне играть, хуй знает кем. Так, Артус есть, а я Лили возьму. Ты, Саня, главное, вперед не заходи, кидай метеорит, блядь, пусть он, блядь, вперед катится и в рот уебать. Ему уж сначала ночи с надо катать. Готовьтесь к битве, герои. Сашка, короче, бери все усилялки на метеорит. Ну, понятно, он уже не пользовался. Бля, я, наверное, я через реген маны, поэтому, блядь, тут это как бы... Бой начнется через 10 секунд. А, кстати, вот эти сферы ебучие считаются. 5, 4, за что? 3. Ну вот, в квест по сбору сферы. Да. Заебись вообще. Да начнется битва. Они там как появляются, так как через минуту. Каждые две, наверное. Блять, это, конечно, хорошо, наверное, было бы через двойную молнию поиграть. Потому что она и дешевле. Бля, опять меня смурчили. А да сейчас что было? Ты не забываешь? Блять, мобы не мои, что не стакаешь. О, пошло. Кирика, это на шо за хуйня? Угу, я тоже так же. Почему два раза поднимаю? Сильнее прежнего, герой. Не, ну это страшно, если честно. Не знаю,
я нихуя не боюсь, блин. Так, сферки. Блять, что за... Услышьте зов огненных просторов! Так, я сухой. Да, ёптай. Так, почему же вообще не лезть? Стоит стакаться. Да, я не знаю, нахуй ты это. Залазишь туда, стой, издали пизди их и все. Они сами, блин, сори. Ты стаки взял, да? Это урон? Ой. Так, я поехал за сверкой. Кто? Но за других, блядь, по идее сложнее тебе было бы ходить. Сколько там надо? 20? И туда. Фул эконом бил человека, тачки. Да, вообще, мана высасывается, нахуй. Ребята, мы
Мне что-то прям пизда, это торпедами карает, очень неприятно. Нихуя ты дерзкий, сидят внутри там. Блять, сожрались. Ебать, он мое сердце, великая сила. Призови его. Четыре убийства. Обоссаться можно. Ты лишь оттягиваешь неизбежное. 25 уже нормально. Родился на огненных просторах. Форт уничтожен. Блядство. Саня, назад. Как-то слишком быстро все произошло. Шляпник не нравится. Ну, конечно, игроки моего уровня должны играть любым. Хорошо. Ну да. Не то, что не нравится, скажем, просто не хочется. Ну, не мое, да. Не мое. Я вот же.
Рейнером. И еще двумя, которых я не помню, как зовут. Алло. Заби, заби, заби. Че, пойдешь бодаться? Выбери талант. А, блять, это что ты сломал? Успел забрать. Он маловато этого, блин, для победы. Блять, чё он остановился? Хорош. Тебе? Я их правда написал 12. Он ушел. Как смело. Двойное убийство. Я же Давай. Сейчас я расставлю тебя. Твоё пламя разгорится. Отходи назад. Тройное убийство. Саня, ты сделал просто эту игру. Я твоя сына. Почетное деяние. Крепость уничтожена. Ну я, кстати, не так уж и не было. Нужно нам до Гарик тащит. Разлинный. Гэ-гэ, как говорится. Ну, кстати. А, блин, не напрягаться, хотел яйца протегировать. Красавчик. Что мы без меня делаем? Угу. Победа. Пропали бы, блин. Лучший игрок. Странно, блядь. А
они ничего не учитывают. Опять меня нет в списке. А, ты не знаешь, там можно экран вверх прокрутить, там топчики, они чуть выше, блядь. Ну это в целом по игре. Он также зелененькая команда. Да, еще разик сходим. Карточку одну откатаем. Прекрасно. Бля, когда-нибудь на нее демонический скин выбили, нет, блин. Ты ж сам достал. Охуенно. А? Да хуй узнал. Вперед, звери, блядь. Ну чё там, ко мне? Саня запел, сейчас что-то будет. Бля, походу дела сегодня будет это топовый стрим, блять. Я, возможно, обосрусь, блин, чиникатки. Удивительно, что я не обосрался сегодня в течение дня, блядь. Слышь, Саня, я, блядь, всю смену капитошку держал, блядь. Я завтра буду держать. Мне часа 4. Мне придется ехать. Нет, часа 3 точно в одну сторону ехать. Готовьтесь к битве. Три часа в одну сторону, блядь, это нахуй, блядь, сколько тебе? Отложим нашу вражду ради победы в этой битве. А, ну, блядь, да. А кто там у них? Каразим, Вала, Ригар. Огас. Бой начнется через 10 секунд. Прекрасно. 5, 4, 3, 2, 1. К оружию. Я что хуй знаю, что взять, честно говоря. Так и откат. Выбирай там, где картинка красивше. Спасения нет. Что тебе получилось? А. Ну на чьей стороне это же? А снизу никого. А я поехал. Снизу все очень плохо. Нет. Отличный бой.
Приготовьтесь, смертные. Да уж, я скоро прибуду, но со мной и владыка демонов. Ладно, хуй, беги. Я изгоню тебя из этих земель, демон. Да. На красненького дел. Господи, мама, тубоги, блядь. Вниз. Восхитительно. Берегитесь, союзники. Я меняю позицию. О, блядь. Новые таланты. Земля лучится славой нашей победы. По идее, нам наверх. Но, блядь, нет. Так, то что? Блядь, что лагает-то? Ко мне, смертные. Ну, нормально. Я иду ко вратам преисподней. Я должен отдохнуть, герой, но я вернусь. Ангелы улыбаются тебе. Я принимаю твое служение. Да ёб твою мать, что за лагает-то? Доступны новые таланты. Союзники преисподней рушат, блядь, наши форты. Ну, что-то мотель, конечно, так, это как пидор, блядь, так смотрит. Никто не выстрел против меня. Сань, смотри, сейчас тебе в спину выходит. Герой, вы готовы? Я уже на подходе. Назад, 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 Сань. Там, видишь, лагерь, блядь. Вот этих ребят надо ёбнуть. Ты и твои слуги из преисподней падёте передо мной. Блять, мне что ли отпушил их? Я сейчас тебе помогу, насколько помню. Да уже бэкайся, забейся. Я должен сменить позицию. Thank you.
Как смело. Достойный поступок. Мы потеряли форт. Блять, хуёво прям стакать, конечно. Сияние кристальной арки не угаснет. Назад, Саня, назад. Преисподняя падет передо мной. Развлечение. О, бля. Я поглощу тебя. Серия убийств. Славная битва. Скоро я снова присоединюсь к вам, герои. Бля. Да я пошел с Молдаэлем, я бы их проебал, короче. На ноги не нужен, брат. Сейчас возьмем. Я не знаю, Мадан у нас чекает лагеря соло, бля. Вообще, так сильно, да. Долгая песня была. Ну так быстро. Пора сменить стратегию. Блять. Отходи, блин. Противник убит. Чё ты? Наслаждайся. Мы победители. Чё метка внизу появилась? Чё? Метка внизу появилась, зеленая, чё?
Ну, это значит, демон на что дойдет, по нижней линии побежит. Я избавлю эти земли от твоей скверны, отродье тьмы. Да. Посмотрите, блядь, ебальничек-то палат. Новые таланты. Больше я не могу сражаться. Мне нужен покой. Что думаешь, там дадут проломить? Ты эти стаки взял на эти плюшки? Первый раз убили. Не, прям красавчик. Бэкни сём, там ты, бля, ёбнет сейчас мне. Потому что ты не пиздишь, я не с тобой говорю. Так на вам, да. Повеселее. Я очищу этот мир от твоей смерти. Блядь, у меня сына Кадена. Отродье тьмы. Ой-ой-ой-ой. Найду лучшую позицию. Сань, Сань, издали, забрасывай, не лезь туда, блядь. Ебашь,
Блин, мы сейчас так нахуй посыпемся. Уже нам посыпались. Сломанное всегда можно восстановить. Понизу. Да хуй забей, просто отключаем человека. Молтает, что там пизданули совсем, блядь. Наш враг лишь ранен, но не убит. И скоро он оправится. Я думаю, они сейчас будут давить до коры, блядь. Я вот-вот буду на месте, как и мой враг. Ангелы улыбнулись. Двойное убийство. Трепещи перед моим гневом, демон. Здесь где-то этот сидит. Абатур. Наверху он уже приехал. А где Молтаэль-то, блядь? Я должен сменить стратегию. Я нашел его. Нормально, парни. Я захвачу все. А где собака делась? Не знаю, я не понял, блядь. Ты её откинул? Нет. Я думал об этом, но он сейчас раньше получил. Наша победа принесет порядок в этот мир. Че, мы проебали? А, не наш. Ну, давай. Стой. Смело. Слишком далеко. Пусть преисподняя заплатит за свои грехи. Двойное убийство. Ну, конечно, прыгай, ты же, блядь, красиво.
Вот сейчас он до конца пушит. Что вишку подбодрил? Тарелку с отдавном. Что, спать? Да, баньки, блядь, сейчас суббота ебашит. Ты завтра работаешь? Тогда всем спокойной ночи. Давай. Спокойно. Чё-то мне денег не хватило, блядь. 3000. Мы завтра доходим. Да. Ладно, всё тогда. Чао. Чао.